Здравствуйте, в эфире программа «День города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Сидов. Загадай желание. Сегодня в Рязани побывал поезд Деда Мороза. Предпраздничный караван. В регион продолжает поступать новая техника, как и обещал губернатор. Моторика алчности. Как создавали керамику древние гончары. Сегодня в Рязань с праздничной остановкой приехал поезд Деда Мороза. Транспорт главного волшебника страны колесит по всей стране из Великого Устюга уже почти 2 месяца. Как встретили Дедушку Мороза и его помощников рязанцы, расскажем далее. В ожидании прибытия главного волшебника страны рязанцы танцуют прямо на вокзале. Княжна Забава, говорящий пингвин и почтальон подогревают интерес публики, находясь на связи с машинистом прибывающего поезда. С минуту на минуту сюда прибудет волшебная команда Деда Мороза. Вокзал «Рязань-2» сегодня аккумулировал на своей площадке все самые яркие позитивные эмоции. Зайцы, гном, снеговик и, конечно же, Снегурочка. Атмосфера праздника прокатилась по железной дороге уже через многие города России. К нам поезд Деда Мороза прибыл из Воронежа, чтобы каждый ребенок мог загадать свое заветное желание, а взрослые вспомнили юные годы, когда вера в чудо была неотъемлемой частью декабрьских дней. Приехал я к вам издалека, из самого Великого Устюга, где встречаю я ребятишек со всего белого света. Вот уже в третий раз мои добрые друзья-железнодорожники снарядили поезд волшебный, чтобы я в каждый город успел, да сказкой своей поделился. Поезд Деда Мороза – это совместный проект РЖД и правительства Вологодской области. Праздничная программа обновляется каждый год. Вагон-приемная главного волшебника, вагон-сказочная деревня для проведения игр и квестов, вагон-сцена и вагон-кукольный театр для проведения представлений. Вагон-лавка с северными сувенирами, вагон-буфет и вагон-ресторан для проведения чаепитий рязанцам пришлись по душе. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В Рязань поступила партия из 14 машин скорой медицинской помощи. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Павел Малков. Все авто выполнены на базе отечественной «Газели». В них есть все необходимое медицинское оборудование. И эта техника в регионе еще не последняя. 14 скорых – часть большого каравана новых авто в этом году. Будут еще 10 школьных и 25 пассажирских автобусов большого класса. Завершат обновление парка 25 машин неотложной помощи. И это не просто исполнение обещаний, по словам Павла Малкова, а системная работа, которую власти продолжат и в следующем году. Со следующего года мы должны уже выйти в плановый режим. То есть, если этот год и второй половину прошлого года мы работали над экстренным обновлением, того, что накопилось за долгие годы по всем направлениям, школьные автобусы, скорой помощи и так далее, то сейчас мы уже можем переходить к плановому режиму. Мы рассчитываем, что уже в следующем году у нас средний возраст автобусов в Рязани, например, общественный транспорт, не превысит 3-4 лет. Это уже очень хороший, крепкий показатель. Что же касается празднования Нового года, то, по словам губернатора, первоочередные задачи сегодня – это помощь бойцам на СВО и поддержка новых регионов. Основные средства идут туда, впрочем, про Рязань никто, естественно, не забывает, и вопросы обеспечения безопасности на территории города и области в числе главных приоритетов, чтобы рязанцы праздник отметили спокойно и комфортно. Пусть в этом году не будет каких-то ярких фейерверков, других подобных мероприятий. Но Рязань украшена, другие населенные пункты украшены. И вот то, что я вчера видел, мне понравилось. Я считаю, что очень достойно. Конечно, как всегда, хочется большего, но, на мой взгляд, получилось хорошо. Причем по городу много локаций, в которых приятно провести время. От нашего торгового городка ВДНХ до улицы Почтовой, еще ряда других уже установлены елки, они украшены. Мне кажется, получилось хорошо. Основные гуляния пройдут в 4 локациях. На улице Почтовой, в лесопарке, торговом городке и Центральном парке культуры и отдыха. К празднованию там все уже готово. «Мелодия Рождества» – выставка с таким названием открылась в Рязанской областной библиотеке имени Горького. Это 5-я подобная экспозиция семьи Туарменских, где представлено больше 300 марок из 45 стран мира. Такое вот всеобщее представление Рождества через призму большинства языков и культур.
Это только одна из сотни рождественских марок, представленная на выставке «Мелодии Рождества». Здесь больше 300 экземпляров из 45 стран. Каждый из них представляет свои рождественские сюжеты. Как отмечают Рождество в разных странах, как раз Северная Европа, все суетятся, елки, подарки, это всем нам знакомо. В Швеции музицируют, катаются на... Если в прошлом году выставка состояла из 20 листов, то в этом уже 40. И все те же 5 мелодий. Идея выставки родилась спонтанно. Владимир Туарменский прочитал в социальных сетях слова одного священнослужителя. У Рождества 3 мелодии. Первая – торжественная, хвалебная мелодия ангелов. Вторая – радостная, песня людей. А третья – грустный плач матерей вифлеемских. Выставка так и представлена – от одной мелодии к другой. От начала 20 века и до наших дней. Советской власти утрачена традиция благотворительности. То есть до этого государство как бы самоустранялось, Российской империи благотворительностью занимались крупные меценаты, занималась церковь, государство постолько-постолько. Там тоже было ведомство императрицы Марии Федоровны, которая аккумулировала деньги и помогала бедным. И в том числе выпускали марки, с помощью которых собирали на подарки. Первые марки у нас рождественские в нашей стране, это были благотворительные марки, которые выпускались во время Первой мировой войны. Например, вот марочный блок, посвященный песне «12 дней Рождества» с отсылкой ко временному периоду от рождения Христа и до прибытия волхвов. Песня вышла в свет в 1780 году, мелодия же еще раньше. А смысл произведения в том, что это часть детской игры. Ведущий говорит первую строчку, следующий участник первую, вторую и так далее, пока один из них не сопьется. Каждая марка, каждый блок – это отдельная история о Рождестве, которую можно увидеть и послушать до 25 января в читальном зале библиотеки имени Горького. Спонсор программы «День города» – выставка продажи икра и рыба «Камчатская». Морепродукты с Дальнего Востока возле торгового центра «Премьер» и «Круиз». В выставочном зале на улице Есенина для юных рязанцев мастера гончарного дела провели мастер-класс по античной керамике. Какая посуда была в Древней Греции и что за сюжеты были на ней изображены, рассказали специалисты из Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Кратер, кальпида, амфора, канфор – все это название древнегреческих сосудов, каждый для разных целей. Один для вина, другой для воды, третий для масла. Сюжеты на керамических изделиях тоже разные. В основном, конечно, на вазах герои мифов и бытовые сюжеты. Рязанским детям лекцию об античной керамике провела ведущий сотрудник Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Захарова. Дети, они очень чутко реагируют на это и стараются как бы передать и форму, и орнаменты, и сцены мифологические. Так что вот это такой момент очень важный. Но тема эта очень актуальная, потому что тема керамики, тема работы с глиной, она как бы универсальна. Это не значит, что это было только в Древней Греции. Это есть в каждой стране, в каждой культуре. И поэтому не случайно мы вот выбрали такой диалог. Это как бы начало большой программы. А еще дети сами изготовили древнегреческие вазы из бумаги по трафаретам, украсив их своими собственными сюжетами. Кстати, такие вот сосуды из глины хранятся в Пушкинском музее в Москве в подлинном виде. Я привезла именно рисунки детей из нашего музея. Ну и сверх наша задача, чтобы мы познакомили рязанских детей с нашим собранием и с детскими работами вот сегодня здесь, в картинной галерее. А в идеале мы хотим, чтобы рязанские ребята, вот эти же самые, приехали в Пушкинский музей. Гончарное ремесло в Рязанской области – один из самых распространенных видов искусства. А наша скопинская художественная керамика и вовсе известна во всем мире. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».
Прокуратура Старожиловского района по обращению пенсионерки из села Чернобаева проверила правильность начисления платы за вывоз твердых коммунальных отходов и выявила нарушение. Камень в огород регионального оператора оказался самым что ни на есть настоящим. Выяснилось, что с ноября 19 по лето 22 года женщины неправомерно взимали плату за контейнерную площадку. Хотя на самом деле ее никто там не обустраивал. Бесстарный метод сбора отходов по уже указанному адресу не организовывался и не осуществлялся. С учетом данных обстоятельств прокурор района обратился в районный суд с административным исковым заявлением о понуждении регионального оператора произвести перерасчет данной коммунальной услуги, которое судом удовлетворено в полном объеме. 2023 год подходит к завершению. О его итогах и значимых событиях поговорили на епархиальном собрании. Оно прошло в конференц-зале храма Сретения Господня в Рязани. Свой доклад митрополит Марк начал с рассказа о наиболее важных событиях уходящего года. Это выставки, педагогические конкурсы, в общем, вся культурная жизнь епархии. Главное же – принесение в Рязань святынь. Частиц мощей великомученика Георгия Победоносца, апостола Петра, великомученицы Екатерины, блаженной Матроны Московской, частицы пояса Пресвятой Богородицы. Поговорили и о статистике. Так, в 179 храмах епархии служат 220 штатных клириков. После перешли к первостепенной теме, связанной с проведением специальной военной операции. Это и гуманитарная помощь, и поддержка семей военнослужащих и самих бойцов, возвращающихся с фронта, нередко с ранениями и посттравматическим синдромом. В некоторых приходах, кстати, есть программы духовной и психологической помощи участникам СВО. Сейчас первостепенное значение приобретает задача священников по врачеванию душ людей. Священник должен наполнять души миром Христовым. Причем это касается как работы с теми, кто находится в тылу, так и с теми, кто с оружием в руках сражается на передовой. Именно вера и только вера позволяет человеку сохранить человеческое достоинство, даже несмотря на тяжелые испытания. Неоднократно слышал свидетельства военнослужащих, которые подтверждали, вера помогает сохранить жизнь даже в самых трудных обстоятельствах, даже в самой гуще боевых действий. Владыка поблагодарил те приходы, в которых члены общины посвящают свободное время помощи тем, кто на передовой. Плетут маскировочные сети, изготавливают продуктовые наборы, окопные свечи, шьют белье, проводят акции по сбору посылок и добрых писем, поддерживают моральный настрой военнослужащих. Клирики епархии тоже не оставляют без внимания тех, кто на передовой. Священнослужители посещают полк, сформированный из рязанцев, помогают им и совершают таинство. Меня Господь сподобил очень быстро покрестить одного паренька азиатской внешности. Как назвать, с каким именем? Он говорит, ну как вы сами выберете? Я говорю, давай, чтобы не забыть, назовем тебя в честь нашего святителя Василия, нашего главного рязанского святого. Вот отцы и матери, прошу вас, молитесь за воина Василия. И он говорит, хорошо. И вот покрестили его Василием, я ему подарил четочки, значит, показал, как молиться. Говорю, обязательно молись Богу. Ну какие такие, самые краткое такое наставление. И что же вы думаете, прошло больше, значит, уже года, да, и мы вот эти позиции объезжали, и в самой последней позиции я встретил этого раба Божия Василия. И он так обрадовался, когда меня увидел, как-то он не озлобился, вот прям видно, что вот вера, она его преобразила. И самое главное тоже, вот назидание всем нам, я его спросил напоследок, говорю, ну вы молитесь? Молитесь каждый день? Вот я вас просил хотя бы понемножку молиться. И он мне говорит, батюшка, те четки, которые вы мне подарили, они уже развалились, и у меня шарики от них одни остались. Я вот эти шарики в кармане ношу. И представляете, то есть вязаные четки я им подарил. Это как нужно молиться, чтобы вот они развалились. Затронули и остальные темы. Демографический кризис, вовлеченность разных категорий населения в распространение наркотических средств, пристрастие к ним и другие нравственные болезни общества. В доклад митрополита Марка вошли также краткие сведения об итогах деятельности епархиальных отделов за текущий год. Итоговая часть собрания была посвящена дискуссии. Желающие задали архипастырю волнующие их вопросы, связанные с конкретными ситуациями в приходах, общей ситуацией в мире и другими темами. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Встречай Новый год с камчатскими деликатесами. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 25 по 31 декабря. Рязань. У входа ТЦ «Круиз» и ТЦ «Премьер».